самое пекло. Даже не знаю, сколько времени, но... Боже! Так. Саши мне позвонил. Выходи, говорит, быстренько в аутсайд. А, нам до метро только. Ну, я, как всегда, быстренько, ну, хотя бы пару минут, тройку минут. Пока соберешь, пока закроешь дверь. How did you spend your time? Very, very happy. Enjoying the heat. I'm enjoying the heat. Oh, наслаждаешься? Half баня, полубаня. Я говорю, как ты провел свое время? Ему же с друзьями хочется пообщаться. Я говорю, наслаждался жарой и полубаней. Обеденный перерыв тут у всех, все сидят. Те, кто в очереди, вот они уже ждут, готовы. Да, ага. Остальные, кому не скоро клиентов получать, они вот там сидят, кушают маленькие такие тарелочки с едой. Ну, по большей части, конечно, в электромобильчике клиенты садятся. Опять бедные велорикши без денег. Ничего себе, промчался лангур, вот прямо вот из метро. Ага, страсти-то какие. Лангур. Обезьяна большая. Весело. Все такие обалдели. Так, чтобы попасть в соседний вагон. Если будет совсем тесно, я уйду к леди. Что-то они все смотрят, руками разводят. Что там? What happened? Ничего? Ну, ждите. Нарисовано же 0-1. Еще одна минута до прихода. Спокойно. Ловите дзен. Еще ни одного. Это места для взрослых. Поэтому Саша спросил девочек, не могли бы вы мне уступить. И они все уступили дружненько. Ну, хотя тут переполнен вагон. Блондинка в купальнике, в шортах. Интересно. А это кто? Экзаменатор. 95%. В общем, 100. Да, из 195 баллов у него 95%. В общем, это лучшие ученики. Лучшие студенты. Представляете, какое их поощрение? Так вот, на станции метро их портреты. Сабхаш-Нагар называется станция. Мы хотим прогуляться по моллу, где прохладненько, и встретиться с друзьями. Люди спят. Да, на какую нам сторону выходить, надо спросить. Потому что выход здесь и налево, и направо. И у муви... Бхарат называется новый фильм. 5 июня начнется. Зазывают вовсю. Покупатели нужны, клиенты. А нам, наверное, просто пешком надо или надо ехать?
очередь. Какой молодой? How old are you? Водитель. How old are you? Age. Darling, ask his age. Very young. 18. Ну что ж. Good boy. Good boy, да. Такая причесочка хорошая, чистенький. Молодец, зарабатывает. Мы все, мы приехали. Боже мой, да мы ехали-то тут. Сейчас. Минуту. Аджа. Ну вот в этот мол Хамлейс. I try to give 10 rupees more to boys and no. Да? How much you take? 20 rupees, 10 each. I say, I give 10 more. No. Саши хотел дать десятку лишнюю этому мальчику, водителю. Он сказал, нет. Я говорю, сколько же он взял? 20, 10 за человека, как положено. А лишнего не взял. Испугался камеры, что ли? Но я уже была, я уже ушла, когда они расплачивались. Строгий досмотр. Сумки на просвет, металлоискатели. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Так же, как и в метро. То же самое, какой бы ни был час пик, но сумки на просвет, как в аэропорту. И каждый заходит в кабинку, и тебя с металлоискателями или руками даже осматривают, ощупывают, обхлопывают. В общем, здесь прохладненько и славненько. Мадам. Детская одежда. What is it? New Junior Burger. 59. Тандури алу. Котлетка из картошки. Из такой печи, из картошки в печи. А зачем? Мы же не хотим кушать. Спрашивает про этот тандури алу, потому что так они вот 269, 169. We can drink two times also. Все-таки оказалось, что немножко мы голодные. Прайс 118 за два бургера, питье 99, вот это кока-кола, налог 5.43, вместе 5% налог, получается 228. Так, нам принесли кетчуп, бургер. I will open for you. Guten Appetit. Так, ну вот так оно выглядит. И лук, потому что лук здесь не возбраняется. Лук здесь любят все. Хоум-центр. Сумочки. Sugar and spice. Сладости, но, финиш. Хватит о еде. Вроде бы понедельник, Monday, but so many people. 600 рупий. Ту пицца.
Так и справишься. Да. Купили подарочки для Маши. Но я не буду афишировать ничего, потому что все, что с Машей связано, с внучкой, я ничего не буду ни говорить, ни рассказывать, пока она маленькая. Ни рассказывать, ни показывать. Диснейленде побывали. Что там делается? Для детей какие-то конкурсы проходят. Чьи-то игрушки попали в это колесо, чьи-то нет. Одна не попала. Мальчик вышел, его игрушка промахнулась. В общем-то, победители, они будут кидать. Упс, оп, одна только. Все, победитель понятен. Вон девочка в синем платьюшке. Еще для девочек. Какой рюкзачок веселенький. Заглянула, но поняла, что я там в России не ношу индийские наряды. Поэтому только посмотреть. Сейчас не буду затариваться. Вернусь. О, час обеда. Рестораны переполнены. Вот тебе и понедельник. Вот говорят, Индия – бедная страна. Индия – страна контрастов. Здесь вот они не дешевые тоже. Не особо дешевые закусочные. Такие же, как и везде. Халдирамс. We ate yesterday халдирамс. Вот там мы вчера ели. Вернее, не здесь, а в этой фирме халдирамс. В их кафе. Ух ты, какие пури. Какие большие пури. Места не найти. Пицца, пури. Пицца домино. Была в нашем отеле в Драмсале, в Маклеод Ганджи. Что девчонки за фон тут нашли? Ой, девчонки и мальчишки.
не знаю. Ну, не отсюда мы пришли. No, not from here. Куда Саши уже подписался? Что? Что ты делаешь, дарлинг? What are you doing? My Rolls Royce. Телефоны. За 49 тысяч. За 49 тысяч. Лучше, говорит, я Rolex куплю, часы. Только что ему на день рождения телефон купили. Вот это он любит. Смотри, часы. Швейцарские. Ой, 123,000. Не купишь ты на 49 ничего. Это 123 тысячи. Короче. Говорит, такие же в Гонконге, говорит, можно купить за 35 тысяч. Ну, поехали. Let's go to Гонконг. На сэкономленные деньги полетели гулять в Гонконг. И купим тебе часы за 35.